В Великом Новгороде прошло расширенное заседание областной общественной палаты. В нем приняли участие представители как нового, так и предыдущего состава. Состав общественной палаты обновился почти на треть. От новичков губернатор, равно как и жители области, ждут ярких и острых дискуссий. Эта работа не обязанность, а насущная необходимость для региона. Проблемы ЖКХ, ремонтов дорог, медицины и социальной сферы надо обсуждать публично. Я искренне верю. И, в общем-то, пока что мне в жизни не удавалось убедиться в обратном, что единственная правильная позиция в общении с людьми – это позиция честного, откровенного разговора. Можно людям что-то рассказывать, можно там, в чем-то их убеждать в каких-то лозунгах, но правда, она всегда находит себе дорогу, и лучше сразу говорить о той ситуации, которая есть. Первым документом, который был подписан, стало традиционное соглашение между Общественной палатой и избирательной комиссией Новгородской области. В преддверии 18 марта важно встать на защиту избирательных прав новгородцев. 5 декабря в федеральный закон о выборах президента были внесены поправки. Теперь наблюдателями на участках могут быть не только представители кандидатов и политических партий, но и общественники. Подписание сегодняшнего соглашения как раз и дает то право присутствовать, направлять наблюдателей на избирательные участки в день голосования, при подведении итогов, присутствовать и контролировать весь избирательный процесс. План работы на будущий год члены общественной палаты намерены рассмотреть на следующем совете, который состоится до конца года. В приоритете мониторинг детских домов, информационное волонтерство и поиски ответа на вопрос, как не потерять людей в цифровой экономике.